твердо знаем, что это и спортсмен. Это мастер спорта СССР. Неоднократный, вернее, экс уже чемпион Советского Союза, председатель исполкомного совета, иначе говоря, мэр города Москвы Валерий Сайкин. Открыть спонсором и для проведения таких серьезных соревнований. В преддверии Нового года и наступление нового 1990 года мне хотелось поздравить всех участников с Новым годом, пожелать всем здоровья, счастья и успехов. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Добрый день, дорогие советские друзья, дорогие москвичи. Большое вам спасибо, что на малой спортивной арене Сан-Диан-Арене собралось такое большое количество зрителей. Для нас очень радостно, что такое событие, такое мероприятие по борьбе проводится в Москве сегодня впервые. Мы приложим все усилия, чтобы бороться за укрепление мира посредством спортивных состязаний, посредством борьбы, и надеемся, что стремление к миру наше распространится во всем мире. Хотелось бы выразить благодарность господину майору, господину Сайкину, господину Богданову за организацию нашего мероприятия. Thank you.
Пантеру гонит. Классный, да? Меня удивляет то, что ты на это реагируешь. Нет, я не реагирую. Я после... Специально ведь... Я знаю, господи, о чем ты говоришь. Не очень реагирую. Я вижу каждый удар. Они обычно это делают. Вот, когда он забыл по гибам, он
бросает прогибы. Видно же. Что ты реагируешь? На папу кричать надо. Покуражиться можно? Это ты понимаешь, после этих проклятых западных стран хочется тебя обидеть. Никакой имитации сейчас нету. Сейчас они работали в кость. В кость работали.
Не вставайте, а? Thank you.
up. Put it up. Give up. Come on, move up. Send it back. Hey. Chin-chin.